Премия «Браво» за верность искусству. Это не номинация, это не категория, это свидетельство нашего восхищения таланту и дань уважения беспременной стойкости артиста. Чье имя не нуждается в представлении нигде в мире. Ему аплодирует Большой театр, Ковенгарден, Метрополитен, Мариинский, Ласкара, Венская опера. Гранд-опера. Его публика в России – это без преувеличения вся Россия. Песни военных лет, русские и советские песни, романсы, духовная музыка в его исполнении покорили сердца миллионов людей. К сожалению, сегодня он вынужден отменять и переносить многие свои концерты. Мы от всего сердца поздравляем его с наградой и желаем ему скорейшего возвращения на главные сцены мира. Дмитрий Хворостовский. Глава марки «Ауди» в России Любомир Найман и директор по маркетингу из классического репертуара российского представителя Universal Music Group Елена Жеребцова. Чарли, голос волшебного голоса. Спасибо.